Всем-всем огромный привет! Сегодня я попала в магазин Fix Price, чему очень оказалась рада, потому что больше месяца не была в этом магазине, и, если честно, уже ручки чесались, ножки горели, и хотелось в него попасть. Единственное, что не стала я сильно затариваться, очень жаль, что в Fix Price сейчас не работает накопительная система по карточкам, все приостановлено, я хотела именно потратить то, что у меня на карточке накопилось. Но несколько покупок совершила, карточки, возможно, все-таки будут потом работать и успею их потратить, эти баллы, которые там накопились. Взяла себе контейнер вот такой. Если честно, мне вот эта вот картинка не нужна, я ее хочу отсюда оторвать. Ну и, естественно, вот они зря, конечно, прямо на контейнерах приклеивают вот эти вот ценники. Ну, как-то, я не знаю, придется их ликвидировать, вот просто так не оторвать. Надо, наверное, горячим феном будет как-то это распаривать. Контейнер взяла для хранения. Мне нужно кое-что в него сложить, и будет очень-очень удобно. Ну, вообще, если брать по для того, для чего он существует, это для разных овощей, то 5-литровый он очень удобен. Классненький. Дальше. Несколько было продуктовых покупок. Очень понравился вот этот чай Тесс. Он идет с чабрецом и цедрой лимона. 50 рублей пачка. Очень-очень вкусный. 25 пакетиков здесь идет. Понравился. Вот я дополнительный свет сделала, и как-то он у меня бликует. Очередной раз это макаронные изделия, у меня две пачки. Если честно, в Fix Price хожу именно за ними, а все остальное покупаю уже, ну, как бы второстепенное. В первую очередь я иду именно за этими макаронными изделиями. Мне кажется, они сейчас одни из самых вкусных. Ну, если не считать дорогостоящие, которые есть в магазине. Но вот из бюджетных, чтобы 25 рублей пачка стоила, и настолько были вкусные, не разваривались, и действительно макаронные изделия вкусные. Если вдруг кто-то еще не купил, сейчас любителям здоровой пищи не понравится эта покупка. Это, в общем, вот такой вот, как это называется, с кусочками лука и морской соли. Ну, в общем, чипсы, да, типа, начос. В этом начосе 60 грамм. Взяли две пачки. Одну ребенку, одну мужу. Раз в полтора месяца мы ему покупаем вредное что-то. Либо чипсы, либо лимонад. Ну и попить он просил. Я ему взяла два вот таких вот сока. Один выпил в дороге, а второй домой принес. По-моему, вот эти соки по 12,50 идут с трубочками. Максимка себе еще ребенок взял вот такие вот светоотражатели, набор. Давно он хотел и на рюкзачок повесит, вот как тут у девушки на рюкзачке. Можно на куртку спереди, на грудку. Вот, ну, браслет на руку. Ну, куда решит, туда и прилепит. Дети быстро находят, куда это все дело прикрепить. Для работы, для своей, я делаю заколки, многие это знают. Купила стержни клеевые, у нас в Fix Price одно время они отсутствовали, было очень грустно без них. Приходилось покупать поштучно в строительном магазине, но это дорого. А тут 50 рублей, 3, 5, 10 штук длинной, ну, хорошей длины, это здорово. Очень нужная для меня оказалась покупка. Я так обрадовалась, когда увидела вот такую коробку для мелочей. Мне она нужна именно для ниток и иголок. У меня открытая коробка, но, вы знаете, стал нитками интересоваться кот, а нитки часто в иголке. И был случай, когда мы тут у него бегали за ним, отнимали. Нитку проглотил, а иголка, в общем, на конце болталась. Был стресс у всей семьи. И теперь у меня все это дело будет вот в такой закрытом контейнере. Чем понравился контейнер? Открываешь,
вот эта крышка плотно прилегает, и она такая вот, видите, двойная. Сюда можно и иголочки складывать, какие-то мелкие предметы в виде булавок и кнопочек разных. Ну, кто что хочет, пуговки какие-то мелкие. Ну и в то же время она очень плотно прилегает, и можно ее так это держать. И большое отделение такое. Очень удобно. Вот для меня это прямо вот удобно. Плюс закрывается на защелку. Фиксируется. То есть просто так она легко не откроется. Даже если упадет. Очень интересно. И вот эта полочка сдвижная мне очень понравилась. Прямо сделано в России, написано. Молодец, Россия, сделали хорошо. Размер достаточно большой. Я не вижу тут очень быстро, чтобы вот глянуть. Нет, не вижу размер. Ну, вот ладонь, да, ну, большая. Реально большая. Вот. Еще одна покупка была очень красивая. Это вот такой блокнот. Ну, вот тут хорошо, видите, ценник на слюде, поэтому не жалко оторвать и выкинуть. Давайте откроем, посмотрим. Уж больно он красивый. Прямо не смогла я мимо пройти. Вот такая вот блестящая обложка. Тут и бабочки, и ирисы. Что-то под старину сделано, как будто, видите, печати тут. Марочка вот, как будто бы. Оформление такое винтажное, состаренное такое. Я же люблю все чердачное, все старенькое. И вот такая вот красивая вещь. Внутри он обыкновенный. Вот как стандартные фикс-прайсовские такие записные книжечки. Ну, обложка, конечно, на высоте. Этот ирис, цветы, бабочки, птички. Понравился. Прямо загляденье. Я ж люблю канцелярию. Не смогла мимо пройти. Так понравился сильно. Ну и последнее, что я взяла, это тоже съедобное оказалось. Это печенье. Она вот в такой коробке. Дырку и проковыряла я. Дегустировала как могла. Знаете, очень-очень вкусное. Оказалось, я боялась, что оно будет сухое. И, знаете, бывает так, кусаешь и думаешь, зубы сломались или печенье раскусилось. Нет, оно нежное, такое достаточно мягкое. Во рту тает. То есть с чаем, это вот я даже сейчас говорю, у меня слюни потекли, и хочется еще чайку налить снова. Очень вкусное печенье. Если вы еще не пробовали, то попробуйте. Часто я слышала хорошие на него отзывы, но не покупала, потому что не заставала в нашем фикс-прайсе. Сегодня застала. Выглядит оно вот так. Название оно, я не знаю, имеет. Наверное, имеет. Вот. Печенье сахарное. Сеточка с шоколадом. Вот так называется. Если кому интересен состав. Так, так, так. Давайте я вот так вот покажу. А вы уже тут сами посмотрите. Полезный или не полезный. Вот 400 грамм объем, сделан октябрь 16-й год. Это заметно, кстати, что он только-только сделан, потому что он у нас только свежий и вкусный. Прямо здорово. Был бы фикс прайс ближе к дому, я бы купила сейчас с огромным удовольствием, сбегала еще бы такое. Очень хороший и вкусный печенье. 50 рублей за 400 грамм, это очень хорошая цена. Вот такие были у меня совсем небольшие покупки. Ну, самое главное, мы же шли, если за макаронами. Макароны мы в этот раз купили. Бывает так, что зачем идешь, без этого возвращаешься и что угодно наберешь. Но тут все-таки и для души, и для еды, и для вредности. Ну и нужные, были и нужные покупки. Спасибо всем за внимание. На этом я прощаюсь. Всем до новых встреч и всем пока!